Саймайна, күндөтү маны ламан санардын күндөтү не тугархин. Не дунды же хабарга ихилгин, угор ихилгин, ухагар ихилгин. Эне жанчып соборгом не муно болхода. Хахат жылыш болоуи уже бодот байна. Тане хагар инде соглурхан зоне хагар, не тугархине хагар ине соборгом не бодот байна. Тигет Ина субругатымны, субругымны арымны илха ерхін мане анадасны хундыты ламан санартын ерінке, шырайты ламны лыксык ламхай ерінке. Муну лыксык ламхай да угу уйе, ямар отхаты субругы гейшіп, юны тулу ина хане дуру улгыгдын кебені гейшіп гүжі, манты эл ол жухылдар. Самына хундуту мане не тогархи тиге турун ина мане анадасне лам ноттаз мане жинду бутта ухуина хабада хунзонда хунзур хуна иха байри хуру иха байна тигде саша хылвыл ордор хылыга ина на нашей священной хоринской земле у нас очень что Анинский датсан, что история Хоринского района в целом, история Хоринских бурят очень связана с нашей землей, центром Хоринских бурят. Это старая столица Хоринских бурят. Я хочу, чтобы все наши жители, наши верующие знали свою историю. Поэтому мы сегодня, освящая Субурган Жанчук Чотен в честь именно в том месте, где... Вообще, если рассказать историю, то в 1703 году, все мы знаем, что представители 11 родов Хоринских бурят ходили к Петру Первому, да? Вы об этом все знаете. Это было принято решение не так просто, что нужно идти. Это был такой очень вынужденный шаг. В течение года наши предки сходили, дошли до города Москвы, встретились с самим Петром Первым. И на ужине Петр Первый вручает представителям 11-го ряда петровские знамена и указ Петра Первого. С этого времени наши предки, мы с вами считаем, что мы, буряты, вошли в состав российского государства. Вот одна из самых таких очень важных в истории страницы событий – это поход Петру Первому. Вторая история, которая нас, хорь-бурят, связывает с царской семьей – это визит, первый визит царской особы на территории этнической Бурятии, когда в 1873 году по этому же пути, по Московскому тракту, проезжает великий князь Алексей Александрович. В возрасте 23 года было ему тогда. И он посещает Анинский датсан. Когда он вошел в Анинский датсан, увидел, когда перед ним раздвинули тяжелые шторы западного алтаря, когда он увидел бюст Екатерины, увидел портреты императора России, начиная с Петра Первого до действующего, здравствующего императора, его отца, то он был очень тронут и остался ровно на 2 сутки в Анинском датсане. После его отъезда на том месте, где стояла юрта, хорь-буряты и наши ретелама попросили разрешение о строительстве Белого дворца в честь царственной семьи. Тогда великий князь разрешил строительство Белого дворца. И великий князь дальше приехал в Верхний Удинск и заказал портрет свой нашему местному художнику. И этот портрет он вручил нашему главному тайше Ачирову, чтобы он привез его и поставил в алтаре Анинского датсана рядом с его портретом, рядом с его, ну, портрет его отца, рядом с этим портретом. Ну и еще одно событие, конечно, очень важно для нас, буддистов, это в 1764 году, когда первый пандита Хамбалама Дамодаджи Заяев поехал в город Санкт-Петербург, встретился с императрицей Екатериной II, тогда был утвержден институт пандита Хамбалам. Самое удивительное, что вместе с Хамбаламой поехал от буддистов Бурятии, вот очень удивительно, поехал наш хоринский тайша Иринцеев, который всю дорогу помогал пандита Хамбаламе. Мане хорин тайша шо. Это очень удивительно. Не селингинский тайша, не другие, да, а именно поехал хоринский тайша. И хоринский тайша Иринцеев привез оттуда, Санкт-Петербурга, по указанию монашего Дамбадажи Заяева, пандита Хамбаламы, бюст Екатерины. И вот с этого времени в Анинском датсане до самой революции
что 1937 года в центре, в западном алтаре стоял мраморный, из камня выполненный бюст Екатерины. Поэтому, почему в алтаре? Потому что мы, когда получили, буряты получили институт Пандита Хамбалам, то по Хамбаламинга Ягор, наши, значит, цари, императоры, императрицы Российского престола считались как воплощение Белой Тары. То есть это было наше уважение к их высокому трону и то, что стал буддизм традиционной религией на территории Российской империи. И следующее событие, когда вот в 1891 году с кругосветки возвращался царевич Николай, тогда он был еще царевичем, наследник престола российского, то у нас в Хоринском районе с ним связано 8 исторических мест, где он останавливался, пил чай, отдыхал где час, где 15, где 30 минут. Вот на этом месте, где мы сейчас с вами находимся, вот точное место, ну, указать сложно, где-то вот в этом промежутке, сюда, здесь, на этом месте, царевич Николай II уже ехал с Оненоборска, здесь остановился, попив чаю с нашими местными, здесь живущими бурятами, они его официально встретили. И князь Ухтомский описывает это событие, когда, говорит, мы выезжали из леса, вот опушки, да, на Харымный Нагжал, Рукшавый рай, выезжали из леса, и перед ним увиделась очень красивая гора Мане, Хотоктахадамне. И увидев он, это все записано, да, в книжке, увидев эту гору, он его очень сильно... И когда приехал на это место, попил чаю, встретился с местными нашими жителями, то, поменяв лошадей, они отсюда прямо поехали на мост. Ну, Урдунемный мост, переправа была здесь. И вот эту всю дорогу, он метров, километров два, отсюда в сторону речки, он видел эту гору. Мане, хорю, мане, анадасне, приходенне голову выше. Ага. Вот это записано в книге, в отчете Ухтомского. Поэтому мы сегодня на территории Хоринского района вместе с вами, вместе с нашим районным, с главой районной администрации Юрием Церемпиловичем Чудодоржиевым, председателем районного совета депутатов, мы, Инга Валентина Резванна, со всеми вместе мы будем идти исторические места на нашей территории Хоринского района, возводить такие ступы в честь этих событий. Но сегодня мы поставили портрет Николая II. Вот в этом году, ровно 100 лет назад, он, такая была трагическая история. В 1918 году, ныне город, ну, в Екатеринбурге, была расстреляна царская семья. Вот к столетию вот этой трагедии мы, хоринские буряты, воздвигли первый субурган в честь этой памяти. Элгнатага, то есть не тройменный субурган. Когда не твоя соборная юнда зорела тебе, жанчев соборова, ага, жанчев соборная юнда зорела пина, саган хан ингайна, сонжеле имеема, мога что-то у тебя тут зорела. Да, крине генермит хрикте. Мы должны всегда помнить эту историю и как бы знать это. Энда, тогда хотел бы еще вкратце сказать тем людям, которые нам помогали. Это очень сильно большой вклад внес мане Мурган Даржиевич, Тигет Баир Батуевич, инициатором этого строительства. Вообще в начале, когда мы разговаривали, Ниндонзан Набигу. Ага, Ниндонзан, она сделала такое очень скромное, так скромно-скромно предложила, когда действительно все собрались, сделали оргкомитет. И, конечно, мы все поблагодарим, кто принимал участие, конечно, если вдруг кого и забыл. Очень сильно нам помог Баир Батуевич. Команда на месте, Тигет, и наш председатель буддийской общины, и рядом был Бадма Юрьевич. Ага. Ему тоже очень большое. Ну, огромное спасибо всем, кто принимал участие. Просто я, когда приезжал, кого видел, кого не видел, поэтому от Анинского до Цана, всех нас, большое огромное вам спасибо. Ага. Слово предоставляется председателю оргкомитета Батадалай Чуцидыпову, Манейню Твей Карвалтай Хубунды, Улучшина. Нахундутен Ятхашин, Уно Игет Харжувен Гест, Има, Тимрилта Хайхун Утрхада, Тухин,
Азу байдалды хата мане ургызы ябан туухыты хата. Аргу ихы мундулын мудыр болна. Лексин ламхай хата нере хамықтары туухыйын хорбы кеша. Нере хата индит на яр арғындалуа чызон жолы хайырчы хахаттын хата. Найын наваха босыжы ябы хата. Игетілді тірі Монголы хайхын тала арта ябысы далтан қанды бозы. Хутын тірбалдын хатамына тірі дүйхін тәйзі кезі байғайымы тірі. Уве бөлі ханы хыбуынды дүйхін тәйзі де хатамды қарзы. Хутын бақытқа бөлі қыда тірі манзор сүйрікті намнауызы ябқыда. Иісе босыжы жеркеді. Тірі кейлі игетілі индімді тірі хорі болады отына хоу. Игетілі Турти ему утхате зомбай вахинда. Тигет летер аяр, мянгато лондон гурбон гинут тетер, босажирет бехада, тер Петр хана, тер арбунагин, тер аргуи тогуда, асар хада, тер нуре ирида нерлага тек тирум нетер, ана ихад аснен нетер, тавр ихад айду бонна гэсэ. Игет лбудит не инум негет ла. Мане захан нютаг, ана урта хадагад муну дыр хада аргугу ихгу гунзгэ утхатай нютаг гэзэ бэджетна алгабу гэсэбдэ. Ине энтэм на таана дэгэзэ оралдажа хада ху бүгэдэ нэгэн хүнсэн дэгэзэ мунгэ сухулул дэгэзэ бутэлгэн дэгэзэ хуэзэ усхулдар бару арзэ. Асан сусэзэ муну дыр ем хайхан дулахан дыр эзэ арамна хэзэ эзэ байхда бэджетна бувинтазан гэсэбдэ гэзэ элгу хор бэнсуэда. Эрэ байсан хэбэрэгэсэн аргүүгэй гой хайхан газар дээдэ хэмда, байын газар дээдэ. Тэгээд би мүнэ ханжу байнып тэрэ хуртнэ зомнэ хадад тэрэ. Байсан хэбэрэн нэ зон гэзэ Николай Тарэ хани югтулсан зон гэшадда тэгээд ана ихэд аснэм нэ ламхэ нэртэ хамта. Тэгээд мүнэ ханжу хуну байна байсан гай бур турднэн га юмэ алда гэгэнэ байр бату үйс байнэ нэ нэртэгэм нэ үхэн түрү тэгэн тэрэ ана ортогэн нэ зон байсан гай бур ту бухэн сапсажу байгаа хада мүнэ шкур түрү. Тэр урднаянга тэр буусия алдаа гүйбдэгэз хэлхээр үсээдэ бад. Иймэл хада бүжэтнэ ээзэ бүйнтай бурхантай зомбайзэ ээзэ дээрэ үргүүлзэ ээзэ. Бүхэ анадасныңга ламхайнараар ээзэ дээрэ үргүүлзэ ябанзон гэсэртэ тэрээнэ хайн мэтгэ хэрэгтэ ээгээдл урхстай бүйнтай бурхантай саастай хайхан жабхат нэг болтхайгэз үрэхэ байну. Нютак тэрэ байэжэ, нютавэнэ анауртогэнэ староста байр батуэч. Байр батуэч бүгүр энэ хэрэг бүткэшгүй до болхалага. Юнды бүхэдэ хамагүй мүнудэйэ организационные вопросы все он решал. И, естественно, хочется предоставить слово нашему старосте Байру Батуэчу Батуэву. Вэ, хундэсэн нютак архит. Мане эмгэ удардыгшат юрий срингтэд истуруутэн та Валентина Ивановна и Александр Васильевич эд болтыгэдлэ. Тирэд вэнэгэшэ тэкэдн хайр депутат отнэ мэргэндар жээч и Василий Георгиевич эгэд эд хо мантэ хавадзу вэнэ. Тэдюм бүкэд вэ буллы гэтрум тупхэн тэрун дэхэлк вэнэ вэнэ мэнэ ана дасэ лавнарты хо хэхни хурук вэнэ 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 хамэ гэмдэм нэгэд арсолдар яжы ерэжа хамэ гэнэ субаргэн нэ вэ тэ Ихэ байрын хургуудла, нютхайн гаду бхо. Юм бүгэхэдэ чай бүдэ аяр юлэн гурвулнда бүмбүнь уржа ягуэн хутхургайн га хуэрэ табихан байнабдэ. Тэгэ тэрэг айнай хайшэ чай субаргам нэшонэгэж айртхэнс бүдэ ахуудхэ байгаа юнда бүхэдэ. Ягэ тэгэхэдэн тэрэ үбэхэ сапсулган гайсэм нэ баха ихэ сухлэ хэрэг бол шохэнда. Хүнэд хо уванда гарха яхэ болоадл чай. Ихэлзэ ирээдлэ хул субарга бутэгэдл уванда гарад. Үлэн үйдэнэ ханихан гэнэ хорайгоа үсгэлдэрлэ бухуайна дүүргүү гэсэбдэ. Хамаг хорга хорайлзай. Дээл бия юнгүй нютагайнга донда ихэл хэм байрэй хүрүхү байна. Юнда бүгэхэрдэ эдэ доны хавадул гэгүүр нэ соборга бутүхү байгаахэнда. Болтада хау нэгэн сэнджи болта хо соғлар яжа мунгал тэй ауру олжа. Олым хэдэ зуу мянгадага зуухан хайр зуугаат пасчэй мянгам сүгэр тоғлара байнахэнда. Тоз үйдіне хай ғарылы бөйтешіне қоу бұтайгадыл байна көптейта. Мен ғансы бататалайыз, бі бадында еуришкәді үдіңірдіде ешіп бүшін үшін қамық зонаймын қоу, үхі анар төгі байсын бірімін зонайл қобеті қоуінді орынқай байна. Егер енекін үріктімне де мұна хай батылайыз кілейін, ена мәне өтіға ғар болтай енді бұқыды нақсыз құқсын үшін намсылма батойымна, ена мүргін дәржі ече Үксін күзі болна қымда тегәділдінді бағылы байсанға бірі ғар болайы демжізі. Мүрген даржы ешінейіне екі хүрік құ бұтегейіне. Хорайлығын қайсымда құ мүрген даржы ешайлығы ғымылы материалар құ бұтығында.
Энем не хедитим шо таби зара далым янгыс байхыда болху. Сынген ора хылай гуй. Дебы сан бетер бөрмен тухайлып тетишне молай хат эбир. Так же ведь. Да, тегет. Энэ эхэн конды ехыл ванери хургы ши болты да вовсе. Да, те сашамны субургу бутэ хэнде те болту фамыр ходлы. Ютык сомны те субургу бутэ бутэ Хайыкчы субургум дейт. Бу жогуда мини хабатлыкта берин хайыкчы субургум утубу кеше. Юнду кеде дилдир хана субургум утекде би балтында ихло хобити ауру болсун бейли бу жанды бир. Болды да алхора нигин синги яза. Инди мен ютук центр дер вай хата совсем анда гайна. А тири хада ин юнда хата тажо юма сирка башкышта. Ихло да чекете нача хамту вайнда ягап те. Трактор марактор яда бу да хо юма хизикем бейли. Тетерим не их бут их соворга има апта тетер утунка соворгам да. Да болтундат не танде его болтеет не и нехун хехун гудра амарслатла болта да хо ипте ите и лурунка оркша хана те хо явил да гзлби урелхо урелхо бедве. И, конечно же, без поддержки районной администрации ничего бы тоже бы, может быть, и не получилось бы. Слово предоставляется главе Холинского района Юрию Церемпиловичу Шрабдаржиеву. Кундуте, не парахет, мно, мне хорень аймах ты их дым брал, ты удар, гою дур вол живой, но вот это лайчка мну гумути. Скудр ямрар ворор живой, тара мно на ранга радлан. Ой, удар вол живой, хат на имя. Соворгом не мно, она уртов дыган губди, мно рамнай лагдад выхода их. Захирганы зуга табуудан да их байры хургодлан гэдлан гэнэ нь тухтум нэ хо юмэн хэн урхшатэ гэдлан ажил амжил тэтэ мане на тэ шулду ут на хавдан жаргыл кусодлан гэдлан шоу энэ мане село ну тэ гэдлан олон ухивуд би болжил гэдлан хо юмэн бутыжил гэдлан боинтэ бурхатэ хо ойлда гэжэ урехавэнэ бэ энда Слово предоставляется главе сельского поселения Хоринское Быкову Александру Васильевичу. Добрый день, уважаемые земляки, дорогие наши анинцы. Конечно, с большим праздником сегодня у нас в селе родился новый духовный памятник в центре села. И это отрадно. Конечно, хочется выразить большую огромную благодарность нашим организаторам, кто участвовал в этом строительстве. Весь этот проект и планировал, и организовывал, проводил работы. Конечно, всем огромная благодарность. И хочу пожелать всем жителям здоровья, счастья, улыбки, и чтобы село расцветало и цвело. Всем удачи! И также слово предоставляется председателю Совета депутатов Хоринского района Салдруевой Валентине Резвановне. Уважаемые Лапшукама, уважаемые Ламнута, жители села Анинска, выходцы из с этой деревни, да, от этой земли. Я поздравляю вас сегодня с праздником. И с открытием этого субургана, я думаю, появилось место, где можно решать все свои духовные проблемы. Если что-то случится, те наша иредла, горохо едла, сержимы ургодла, бурханда ургодла, хуюмутне бутхылда. А гырюмутне ху гэмбэк усвуд, ашу усвуд ху олым болжа, урхшыте хуюмунбэк, а хоню морентне ху олым болжа бэк, а гэмбэк тэда. Ине соборга бутелгиде нилен хобит ярулган гара алтын гартай хунуденге нырнуден ху болтада мутхиятек дитигет для награждения активистов. Пожалуйста, приглашаем сюда Юрия Церемпиловича и Валентину Резвановну, пожалуйста. Вы не перекидываете? Я
Байыры бүшік, хүндіті Доржы Михайлович Шестопалов. Турыл ғайқын түрігін тонтыды, алтын саған соборғы бұтылғыды құбеті я ұрулын. Едіп хитегір қабат ғандытны байыр байысқылыны құрғынып де. Харул бұдылты, ғайқын ғанаты, бойынты, бұрқынты, өбік байын амғалын тайбын ажы оқытны болтығай ғыжы, ені байыры бүшік барылынып де. Имыл байыры бүшік, байын бадмадаржы ечтік шеевті барылықдыны. Алдыр Ирин Чиндаржиевич Дамнянов. Если нету, подходите, родственники, берите. Арслан Александрович Ванзатов. Александр Сергеевич Кузьмин. Зариктут Сидиндаржиевич Цырмаев. Асур Сергеевич Цырмаев. Асур Ханова. Арсалан Игоревич Лупсанов. Аюр Батырович Аюшеев. Баир Ирдемович Дандаков. Аюр Батырович Кумбахарыта. Баир Ирдемович. Баир Ирдемович. Аюр Батырович. Сысык Дашиевна Арименова. Сысык Дашиевна Ременова. Галина Владимировна Имполитова. Аюна Юрьевна Шестопалова. Дарима Циреновна Бабуева. Анна Юрьевна. Дарима Циреновна Бабуева. Держи. Тунгулык Эдуардовна Бальжирова. Элбек Бадмажапович Дандаков. Даба Даржиевич Шестопалов. Батыр Ирдемович Дандаков. Батыр Ирдемович Дандаков. Кубут Гаритта. Родственники. Цижидма Батажаргаловна Чемитова. Она быстрее. Сысыгма. Сысыгма, а Ереда вышла? Церинковна Жамсаранова. Наталья Циреновна Дамбаева. Дубшимада Шидандаковна Рахматулина. Дубшимада Дандаковна Ханова. Дмитрий Валерьевич Батамункуев. Да, Наталья Циреновна. Дмитрий Валерьевич. Буинто Александрович Тыкшеев. Тыкшеев. Садном Базарович Сахияев. Сахияев. Виктор Владимирович Роднаев. Виктор Владимирович Роднаев. Анастасия Викторовна Цыденова. Мунко Михайлович Бутмункуев. Альгата Шхилда.
Анастасия Викторовна Ханова. Мамын кержинна. Ханды? Мунко Михайлович Бутункур. Сергей Гармаевич Цырмаев. Петр Дмитриевич Циренов. НХ Подмажапович Дондаков. Петр Дмитриевич. Бата Цирен Далаевич Цыдыпов. Баир Батуевич Батуев. Бадмадоржи Юрьевич Тыкшеев. Бадмадоржи. Альга Ташикты. Мыргын Даржиевич Дагбаев. Мыдыгма Церемпиловна Тыкшеева. Где камень? Подарок-то. Камень-то где? Сейчас. Дымабеда. Хунут-то, вы все слышали, что Мыргын у нас Даржиевич на арбу уехал, тугукайгыз. Тигадлина, байсэнгавар, ана ортога арыттоны зугохода. Турын гардайн таньынстайн зугохода, игадилейкин собургына. Бәді қатына егәдіне бай аяқын солуын дәрі мүмкілзі егізі. Күндіті мүргін даржы еуіз. Түріл арытта күндіті, бұйынтай бұрқынты, иға заншыла сәкежа азы ұқытны болты егәдіне бұқы бәйін заны зұғайым өрел күлет мүргін даржы еуіз наса қарит. Мүргін даржы еуіз қатты да. Аха, күші өмкай бәлі ұқа. Во, будет сейчас видео, что он будет. А, все, так, где, а? Инихуна, а? Батма Юрьевич. Батма Юрьевич Ханова. Если не надо, между давайте не надо, давали. Батма Юрьевич, где, да? Будет не Батма Юрьевич, главный прораб, где вы рады, а? Бабушка, Батма Юрьевич, ты где-то не берет, мы сейчас. А, здесь, вы, а, да. Баир Батович. Баир Батович, батыкты, а? Баир Батович, на тегер, ана ортогын, ахыз-ахыз солы. Улгын тұрушылы, дегенде, бағайна, архиын ажылын мүмкілзін, ұлтык арын донын зұлғақыды, езі солуын дейді. Хори хатын езімін егерділі, манайынға собырғын тәйсі, жаншы сорғын тәйсі, ергерділі, ұлы бұқында хайқын сезімі үргізі, арыз домына, бойынтай бұрқында хайқын жоқын болтықы ерген ұтқытай. Баир Дашадындакович Жанаев. Нина Данзановна Дандарова. Дашаханда Цидиндаржиевна Чемитова. Маргарита Юрьевна Церемпилова. Серимбазыр Цидин Ешиевич Гамбажапов. Даши Балбар Цидин Даржиевич Чемитов. Спасибо.
Любовь Аюровна Цилиндаржиева. Эржена Цилиндаржиевна Шарапова. Церимбулжит Батуевна Андрианова. Александр Батажаргалович Дашсиренов. Александр Батажаргалович. Лина Галсановна Тыкшеева. Чингис Цыгенович Дамбаев. Номин Эдуардовна Бальжирова. Мен мани бүхүл сунда хүлгөөж байхынга ханды сериндаржиевна Балжирова. Ара амар заяз уулу байбырта ороод өдөр бүхүндө ред эн тери гүзүл сашэни мэдэсэл гүзүл байын күн гэсэн. Все, 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 Добрый день, уважаемые земляки. Сегодня действительно хорошая осенняя солнечная погода. Поздравляю вас с освещением, открытием нашего субургана. Хотелось бы землякам от своей бабушки передать большой горячий пламенный привет. Она живет и здравствует. Желает вам прожить столько же, как моя бабушка Насалма Батуевна. Ну и хотел бы поправить маленечко Баир Батуевича. Это не только я один вложился, это и Василий Георгиевич Хамироев, ваш депутат, которому вы нынче доверили стать представителем, быть вашим голосом в райсовете. Это и Алдар Валерьевич Дамдвинов. И бабушка тоже в своей пенсии выделила средства для того, чтобы облагородить территорию вокруг субургана. Большое всем спасибо. Также постоянную помощь селу оказывает зять Хоринской земли. Достойный сын Иркутской земли Хамироев Василий Георгиевич, депутат районного совета. Слово предоставляется Василию Георгиевичу. Здравствуйте, уважаемые земляки. Здравствуйте, Цоклама, Ламы. Разрешите поздравить вас от всего сердца с открытием нашей новой ступы. И хотел бы воспользоваться еще, выразить огромную благодарность за вашу поддержку. Буду стараться оправдать ваше доверие. Унутени тухашет многие иных хирургные барилгентала хирургные дуриуди, инде нига мункун мункузолин грубой хабди, инде. Тихде ина мане республикин по делам национальности гет Михаил Александрович Харитонов, их мынды хургоган ина талды ешатки мно ирхи вегати гет мно нигжа коммунировка ранхе холошин хабина. Тихде ина Саша ина барилга юме инде ходурухи юм нешалун. Бүгді қосықтай нәйкін ғазыра, түүхті ғазыра екі дейшін ұрой деп көтіне үйімдіп дейінді. Мұна маныңға енді болсы ерің өндір, екі әлтіптай кет байыны байының солырын, жанай зұғақы дай көрді, маны сұбырбен дүрейген, данты тұбырға көшерте емхінгі әйіні магнетқын өрде, Юрис Рикеевшті, Валентин Резвановна, Александр Васильевич Бұрғынды бар оны. Зе, муно
Мунау хундыты ламанарта хундыты соларын элшетта хундыты не тугар хитта. Не тугар мне ухибут. Багахын концерт надо булдын кэбэне. Харажы хайрлыт. Не так ты бди,
Хунен зихе-зихе, ну хете бді. Борове жіне-жін, ебердере. Харын жарғын-жарғын, ажа хуя. Зубин демні харигдаш, зубин демні ханигдаш, золте жарлоте. Бехеб діда, зуден демні харигдаш, зурхен демні ханигдаш, золте жарлоте. Бехеб діда, зуден демні харигдаш, зурхен демні ханигдаш, золте жарлоте. Бехеб діда. Зурхен демні харигдаш, золоте жарлоте, бехеб діда. Зурхен демні харигдаш, I'm not a
хана будан баридауа талан хана будан хана будан хана будан баридауа талан я Теперь присядь пониже и поворот. Я люблю, люблю, люблю. Я люблю.